Всем привет, с вами Храмовник, и мы будем пытаться играть в Rainbow Six. Я купил эту игру относительно буквально часов 6 назад. Я решил попытаться записать что-то по ней. Я сделал что-то чат максимально тише, как бы, чтобы я мог его слышать, а вам его слышать не нужно. Я куда-то присоединился. А вот первая защита. Ага. Так, а я не могу? Я не могу. Окей. Так, я здесь защита, да? Значит, между дачным движением. А потом уже за атаку я, наверное, возьму молот. Так, понимаешь, по-моему, я не знаю противников. Хрен с ним. Я попробую записать одну катку. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, если вы видите этот ролик, значит, все было хорошо. Значит, я его выложил. Если вы этот ролик не видите, значит, смысл я все это говорю, я не знаю. Ну, посмотрим. Я играю за Миру. Мое имя Овник Храм. К сожалению, Храмовник было занято. Увы. Все до этого был какой-то мой старый, очень старый ник еще в школьных времен. Мистер Мейзер. Почему он тут был, я не знаю. Поэтому я решил так скреативить и написать типа Храмовник, но по-другому. Храмовник получилось. Овник Храм. Пойдет. Ну, по-моему, этот парень, кто сейчас говорит в чат, он, по-моему, американец. По крайней мере, он говорит на английском. Что-то они очень долго берут персонажей. Камон. Ну давай! Полчаса тебя ждем, господи. Не заставляйте меня делать монтаж, это все вырезать. Ну, камон. Тогда, в принципе, можете сходить и чайку налить. Я же, в свою очередь, налью себе лимонада. О, у меня еще лимонада, я не налью, к сожалению. Игра начинается. Так, я играю, как я уже сказал, только первый день, поэтому я не знаю никаких карт. Я ничего-то не знаю. Так, да, давайте за... Да. Ой, очень плохо, очень плохо. Я даже не знаю, откуда противники могут прийти, поэтому я сейчас стану рядом с бомбами. Буду там сидеть. Да, вот так, нормально. О, отлично, один есть. Спать. Конечно, можем его оставить, чтобы в окно смотреть, но лучше не надо. Такое оно нам. Так, у меня там уже стоит одна моя, да? Да, и я бы еще, наверное, одну поставил где-нибудь. Вот. Бля. Никто ничего не чекает. Камон. Ну ладно, хорошо, будем знать. Да все, мы сейчас уже сдохнем, все забить. Даже пытаться не стоит, ничего, камеры порушили, молясь. Хотя, может, нет, забить. Нашему парню кранты. Я в него не верю. Есть гранаты какие-нибудь? На, его очень просто вынудят прийти. Там их двое, так-то еще, просто надо быть очень осторожным. Ну да, это было предсказуемо. То есть, что он туда пошел, я не знаю. Вот за этого молота следующий, хочу за него поиграть. Я буду в атаке. Еще один раунд, честно, мы должны будем поменяться. Так, это было очень тупо с моей стороны, еще раз берем Миру. Так. Нет, вперед. Очень было глупо подставляться. Так, значит, будем делать чуть более скрытно. Более аккуратно даже. То есть, у меня даже сейчас ничего не открыто, по сути. У меня
Так. Даже каких-то ни билдов, ни знакомств с игрой, вообще ничего нету. То есть, по сути, я играю вот, тут сил где-то раз четвертый, может. Ой, а почему здесь тигр оставил другое? Ну ладно. Оставлю это окно открытым, чтобы видеть, как кто-то будет подниматься. А вот здесь я все-таки это закрою нахер. Сорян, чувак. Вот это ты там сам по себе. Все, быстрее к окошечку. Окошечку. Ого. Я не думал, что кто-то здесь прям в лоб пойдет. Себя настолько идиоты. Да кто знает? Все, мы всякое может быть. Там что-то начали бегать, пока что хорошо. Очень аккуратно, очень осторожно сюда начали посматривать. Отдыхай. Одно я убил. Так, это нашего ёбнули. Ёбаный свет. Мне пиздец. Но. Бля. Ну я был близок, я был близок. Я уже хотел убираться, но мне не дали спрятаться, перезарядиться. Я мог это вытащить, кстати говоря, очень мог. Ну да ладно. Бывает. Ничего, ничего. Мы еще справимся. Так, где мы? Давайте главные ворота возьмем и... Его гранаты, святошумовую. Давайте же возьмем святошумовую. Чтобы еще можно было их, так сказать... Слепить и дезориентировать. Если я успею хлебнуть лимонаду, так скажем, для пущей подзарядки, так и матчпоинт еще могут выиграть. Все запросто. Это мы сейчас себя в руки не возьмем. Так. Ой, бля. Клёво. Бля, не успел убежать. Ну, я хотя бы успел его запалить. Хоть что там. Ну, не повезло, прям так сразу нарваться на противника, это, конечно, да. Что это у нас по карте? А, я могу еще переместиться, да? Нет, здесь останусь. Потому что идти вот сюда, например, одному такое себе. А вот теперь двое здесь, двое здесь, двое здесь. Было бы неплохо, мне кажется. Так, получается, я заходил здесь, и противник здесь был, да? А я один здесь. Мать-то вашу. Бля, я не вижу их. Что за пиздец? Так почему он сюда прибежал?
Боже. Да ну что, ты так здесь легко умираешь? Меня это удивляет. Ты так легко здесь постираешься, это вообще... Ну вот они здесь, я вам показываю, двое прям. Что камера не смечает его? Медведи. Так же камеры расположены просто в идеальнейших местах. Можно было типа крышам существовать. Ну ладно, мы этот матч, скорее всего, проиграли. Я знаю, здесь игра должна быть более такой неторопливой, осторожной. Но у меня не получается. Поднимаю его. Ну все, двое осталось, один у них нулевый. Что сейчас будете делать? Ну, вперед. Мы это убиваем внизу. Что хочешь сделать? Ну, допустим, вы одного убили, а дальше? Вот, и вот этот Фьюз, я считаю, он читерный персонаж, он может, сейчас, если бы все противники были в одной комнате, он бы их ёбнул. Вот его способность свои, короче, пуляет гранатки эти небольшие, я считаю, это читерная хуйня. Раньше, как было с Мирой, у нее способность окно вставлять в стены, и это окно, если выдавать правильную позицию, но к чертям простреливалось. Ебать, они просто засейвились. Идиоты. Вот если вы знаете, что это уже last round, я вы сейвите. Что, в квест не играли? Заговорочная победа. Да я вижу. В квест не играли. Нахер вы сейвитесь-то? Айрмес. Ну да. Все по счету. Я убил одного и три раза сдох. Такое. Ну. Минуло. Большой бонус получили. Очки славы. Выпало. Ничего. Так, давайте попробуем еще одну игру сыграть. То есть сыграем 2-3 игры. Может, что-то нам даже еще выпадет, кто знает. Так, а я пока по-быстрому поменяю, получается, снарягу. Там у меня тоже стоит. О, интересно. Где мой... Я не успел. Ладно. Заряд. Побережье. Первый раунд. Это же первая катка. Ой, катка. Раунд. Вперед. А, я присоединяюсь к кому-то. Окей. Новобранец. А он остался... Бля, здесь взрывы такие, конечно, пугающие немного. Тут еще главная проблема для меня в том, чтобы найти противника. Я их буквально не вижу, вот просто. Они сливаются так, это пиздец. Надо идти медленно, чихать каждый миллиметр. Такой, как бы, неторопливый геймплей. Потихоньку, но... Я не такой человек, кто будет идти потихоньку. Я знаю, что надо, но я не такой человек. Так, хорош. Парню повезло. Сзади. Вот что ты делаешь? Бля, вообще ничего не почекал. Я бы почекал, наверное. Все, еще одного слили. Он своего убил. Лоу.
Он все равно задел, блин. Он даже по нему даже не наводился на него. То есть свой у него был, получается, левее. Кто, блядь, работает? Я все-таки, может быть... Разря, дальше я попробую взять себе Софию. Зофия. Зофия. Короче, София, блядь. София. Софа. Соня. Софу все возьмем. Мне тоже нравится. Тут опять нормально все. Кланси, кланси. Попробуем, попробуем. Просто побегаем, попытаемся почувствовать, как эта игра вообще работает. Я видел много различных геймплеев, как люди в нее играли, но сегодня я играю в нее впервые, поэтому... Эй, как не знаю, что я об этом напоминаю. Я тебя. Бля. Я знаю одну тактику прикольную. То есть надо у них под ногами кататься, и они будут друг друга попадать. У меня это уже получалось сегодня. До записи. Я реально работаю, прикиньте. Окей, у нас есть заряд на точке А. В принципе, где-то там рядышком есть и заряд на точке Б, так что особо ничего не меняется. Не, я не пойду один. Почему я тут один, блин? Пошел в вашу калашу. Почему я не хочу играть в одно рыло? Камон. Вас обнаружили? Кто? Как? Пошел. Пошел. А где? Заебись. Аккуратненько. Очень аккуратно. Да как? Где вы меня видите? Помню, за их это дробовика бить. А что, вдвоем остались? Круто. А, это наше. Ну тут разберись еще, где чья, блин. Где противники, даже понять не могу. Видите, мы. Сейчас я, блядь. Ну хотя бы одного я убил. Похуй. Ну, вот, чуваки сидят, им похуй, они там всякую хуйню рисуют. Забаррикадировались. И все. Но опять-таки, за защиту, мне кажется, всегда играть легче, чем за атаку. То же самое, как и в контре. Сидишь просто, ждешь противника, все, и мозги не паришь. Да, да, да. Я, наверное, миру возьму. Опять. Значит, возьму не соцсоединение, а взрывчатку. Я еще подожду. Эхахаха, бот, скачи быстро, а просто с наблюдениями. Ага. Ладно.
Попробуем сыграть туда вот так. Надо еще за Фроста поиграть. За Фроста хочу. Попытаться. То есть надо просто почесать игру. Ой, там кого-то банят. Нифига. А, прямо за мошенничество, смотрите-ка еще. Так, у меня есть только одна зарядка. Отдыхай. Здесь мы тоже закроем. Здесь тоже. Но. Опять-таки. У меня есть одна. Но что ты делаешь, блядь? Обнаружить без сканирования. Вот как? Вот машинки же нет. После парня ты придурок. Поздравляю тебя. Ты полный долбоёб. Ну все, сейчас осталось только ждать. Я думал двое, господи. Я даже их реально двое. Ну как, я же попал, прицел прям на нем был. Что это за хуйня? Он даже не попадает. Пиздец. То есть, я стреляю прицелу похуй. Бля, попадает по мне он, и все, блядь. Это какой-то пиздец. Да. Какой-то, блядь, спецназ неудачи, ну серьезно. Да, я тоже камеру взрывает. Ну ладно, похуй. Забьем. Как это пропустить? Как эта игра работает, надо еще учиться. Да, давай уже. Иначе, если говоря, прицел поменять будет у Софии. Да. Пока идет поиск, надо поменять у Софии быстренько прицел. Где ты, мать твою? На, Мира. Вот, треугольник надо поставить. Вот это поменять на Иосифа. Все вроде. Больше у меня ни за кого не играю, да? А, ну еще Фрост есть. Вот это. Вот это. Прицел зеркальный. Пальтяга, щит или... Что это? 100 смысл нравится, 8 заряд. Да, вот щит возьмем. Отлично. Штурмотряд, быстренько смотрим. Так. Здесь все хорошо. И София осталась. Софа. Кратность. Зачем? Все, отлично, игра начинается. Все, мы сейчас настроили заряд. О, это хорошая карта. Я ее уже знаю. Я в нее уже поиграл сегодня. Будет более-менее легче. Отлично, я команда за защиты. Первый раунд. Я успею выбрать себе? Да. Все прекрасно. Берем миру. Мозги мы не парим. Берем взрывчаточку. Нет, здесь датчик побежали лучше. И все-таки я не знаю, если взрывчатку, хотя смысл ничего там взрывать, опять-таки. Даже не знаю. А, на сей раз, по-моему, здесь... Хотя за счет, когда опять-таки еще время, чтобы взрывать. Ладно, хрен с ним, я не знаю, что там. Вот не успел. Плевать. Попробуем сыграть с тем, что есть. Кто наш не может выбрать? Джейсон Плей 38 смайлик. Давай.
Кстати, по-моему, вот Джейсон Плэй 38 смайлик и Санте смайлик 06, они вместе в пати. У них очень похожие ники. Может быть, это, конечно, совпадение, все возможно, кто знает. Так. Закрываем. Так, а сейчас сразу взять бронь. Что ты делаешь, дурак? Дурашка. Шикарно. Закрываем. Закрываем. И просто сидим вместе с бомбами и не паримся. Чтобы прям все было зашибись. А, здесь загивать не стоит. Ну и все. У нас все хорошо, ребята. Машинка. Все, я прячусь обратно на свое стандартное место. Куда тут ломать, а, блядь? В чем прикол? Все, сидим теперь, остается после сети ждать. Они сами придут, если что. Я не успел его посканировать, сукец. Так, все, я знаю, где он. Они убили. Блядь! Я очень извиняюсь, чувак. Sorry. А, просто под прицел. Отлично. Отлично. Потихоньку, помаленьку. То есть торопиться не надо. Надо сейчас взять еще один раунд, я думаю, мы в шоколаде будем. Точно так же надо сыграть. За миру. Женя, ну все шикарно. Ну, шикарно. Надеюсь, это мы выиграем и закончим этот ролик на хорошей ноте. Очень надеюсь. Вы уже за защиту играть очень легко. Ты, по сути, ничего не делаешь. Быстренько себя обезопасил и сидишь, чилишь. То есть, изи. И опять-таки, все может быть. Может, за защиту будет быть сложнее, когда за тебя, точнее говоря, против тебя играют различного рода профессионалы. Становится весьма хреново. Так, я пошел тут. Туда все укреплять, как в прошлый раз. Есть. Да хрен с ним, что будильник обнаружил. Они двойня все равно прекрасно обнаружили его бы рано или поздно. Сорян, парень, ну ты там сам по себе получается. Ой, а нахер вы завалили здесь стену? Идиоты, блядь. Мне вот это вот надо. Вопрос. Ну все, сидим.
Так, быстренько, быстренько, быстренько. Наш сидит. Все, есть инфа, где они? Есть инфа. Они вон там, получается. Все шикарно. Все кошерно. Ой, парень, ты очень рискуешь, я тебе что могу сказать. Бля, что происходит? Ой, хорош. Все, датчик поставлю, если пожарный, мало ли что. Вот эти взрывы не сопугают, это капец. А Кали живой. Так, камера, быстренько. Тут наш только, отлично. Все, убираем. Так, а Кали убили. Ну давай. Бля, я мог. Я идиот. Все пули просто над головой прошли. Пиздец. Не, я мог это вот мог. Он как раз, по-моему, оставался один. Ну ладно. Так, может сюда слить же. И после титанчить. О, затанчить, потому что София моя уже занята. Поэтому тогда возьмем слидге. Слидж. Слайдж. Слидж. Следж. Короче говоря, танк. Я думаю, это танк. Я буду его танк называть. Я очень быстро говорю, я очень тараторю. Да, и это моя беда, поэтому я перезаписываю для обзора фразы кучу раз. Да, я делаю один обзор, мучу. Я не знаю, когда он выйдет. Честно, вообще не знаю. Даже предполагать не буду. Так. Потихоньку. Так, я зараз Б обнаружил. О, вот они все. Бля! Лично, я успел. Вот это да. Они сейчас все внизу, получается. Чуть-чуть, буквально. Все, меня здесь нет, я привидение. Я его видел, я сейчас его убью. Отдыхай. Помаленьку, помаленьку идем. Все, хорош, наш уже ставят. Ой, я лучший просто. Ой, отлично. Вот хорошая игра, мне она уже нравится. Пришел, увидел, всех убил. Ой, хорош. Все, раунд 4. Также надо сейчас так же сыграть. Матч поинт. 4-1. Пойдет.
Так, я даже сделал туда улица, также Слиджа. Все, идеально. Я молодец. Я убил сейчас 100 троих, минус 3. Шикарно? Шикарно. Прям как профессионал уже сыграл. Видите, надо всю игру почувствовать. Ну ладно, не буду, потому что я довыебываюсь и все, и пиздец. Я даже уже знаю, как я назову этот ролик. Если все будет хорошо, я знаю, как я назову этот ролик. Опять-таки. Вперед. Подождите, не туда. Вот. Ой, они своего уже мочат. Смотрите, когда мы это... Бунт. Они бунтуют. А мы по этому же пути и пойдем, как обычно вы уже шли. Так же и пойдем. Ой, он сайт Wi-Fi. Не-не-не-не. Ну ладно. Слушай, нам по тому же пути просто пойти и все. И мозги не парить. А где там дверь моя? Повторяем все в точности, как было тогда. В точности. Бля! Я не среагировал что-то. Я вообще, он меня раньше заметил, чем я его. Ну ладно. А как? А, вот. Есть, ребята справятся. Я один умер. Так что значит, сейчас... О, есть шансы. 4 на 3. Хотя все может пойти в другую сторону абсолютно. 3-3. Вот я о чем и говорил. О, 2 в 3. Мы проигрываем. Хреново. Что у нас делает София? Она просто сидит. Что ты делаешь? А, вот что он делает. Что машинка играться. Она даже не целится, его сейчас уже убили. Что они делают, я не знаю. Новобранец. Что, у него пинг, что ли? Нет, у него пинг 10, но лучше пинг. Он играет как бот. Так медленно, так топом. Может, это реально бот? Бля, ведь был шанс. Ну беги! My God, you stupid bot. Это новобранец реально бот, блядь. У нас чувак еще ливнул. Ну шикарно. А что он делает? Ну, он сейчас ёбнут. Он его в пол смотрит. Давайте покомментируем его игру тогда. Ботинник вот здесь вот. Ты видел его? Видел, видел. Я, кел, 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 кел. Брайт. Он правее. My God, stupid kid. Он сейчас ёбнут. Это какой-то ребенок там играет, походу. Пинга у него 9, он лучше пинга, блядь. Боже, что за долбоёб? Может, на него пожаловаться, я не знаю. Чё, чё можно сделать? Репорт кинуть. Чё, просто, да, какие не знаю, это реально долбоёб. Полный даун. О, все, защита мы еще вытащим. Все, сейчас идеально будет. Растерочная. Все, сейчас все идеально будет. Мы сейчас это вытащим. Изи. Все, вперед. Сейчас также все закроем, везде поставим все датчики и все, и мозги парить не будем. Все будет шикарно. Чики-пуки. Надеюсь, по крайней мере. Ну давай.
Давай. Время, блядь, 4 часа утра. Я в эту игру играю. Ну, пиздец. Так. Закрываем нахрен. А вот эту вот хрень. Закрываем. А тут что ходит? Ладно. Вот я там сейчас ничего еще не закрыл. Если я успею сбегануть. Да, успею. Машинка там. Ой, хорош, хорош. 4-4. Отлично, мы сравнялись. Я думаю, можем это вытащить. Если будем очень аккуратно играть, осторожно, прям вот. Тут вообще никто не стоит, блядь. Заебись. Ой, хорош. Идеально, ребята, вы молодцы. Мой пока датчик молчит, значит, я можно пока не смотреть. Если у меня датчик что-то покажет. Да-да. Здесь все закрыто. А я еще и тут закрою тоже, чтобы до кучи. Нахрен. Ой, хорош. Ну все. Победа. А, все, прекрасно. Все, шикарно. Вот победа не моя, но я внес свой вклад. Лепту я троих ебнул. О, шикарно. Неплохо, мне вообще мне нравится эта игра. Здесь бы еще с друзьями поиграть, так сказать, нормальной командой, когда все знают, кто что будет делать, потому что я на втором месте. Нормально. 4 кило. Пойдет. В общем, вот такой был ролик. О, я что-то получил? Нет. Билеты, очки славы, пропуска пакета. Есть что-нибудь? Видимо, нет. Или да, или я что-то получил. Подождите, как это работает? Нет. Ну ладненько. Вот такая вот, скажем так, первая игра в Rainbow Six. Игра прикольная. Я думаю, даже буду делать почаще по ней ролики. После будем записывать катки, бегать, стрелять, учиться и параллельно разбираться, как эта игра вообще работает. В общем, вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем. Я не буду просить поставить лайк, подписаться. Это вы сделаете только потому, что если вам понравится мое творчество. Вам, если вам понравился ролик, вам понравился мой канал, вы можете сделать все, что хотите. Поставить лайк, подписаться и бла-бла-бла. Я не буду говорить, вам сделайте это. Просто если вы хотите, вы это сделаете сами. В общем, еще раз. Спасибо за просмотр, что вы дошли до сюда. Ну вот и все. Всем пока.